Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня, как всегда, вас буду пытаться чему-нибудь научить играть на этой штуке. Приступим! Сегодня мы с вами будем разбирать небольшую мелодию, которую, как всегда, я сочинила специально для вас. Но для начала ее послушаем. Вступление. Вступление играется у нас только правой рукой. Перебор у нас 2, 4, 3, 4. 2, 4, 3, 4. Мы это повторяем все 4 раза. Отлично. Теперь перейдем к первой части. Она звучит у нас так. Правую руку. Перебор в правой руке у нас постоянно 3-4. То есть... Теперь перейдем к левой. Тут у нас тема такая. Мы зажимаем третью струну на втором ладу. Затем зажимаем четвертый лад. Далее пятый. Затем возвращаемся, то бишь, на четвертый. Второй. Давайте разберем кусочек. Второй. То есть второй, четвертый, пятый, четвертый, второй. Давайте сыграем это. Далее мы добавляем пятый лад. Четвертый, второй. То есть получается, мы играем второй, четвертый, пятый, четвертый, второй. Пятый, четвертый, второй. Еще раз. Второй, четвертый, пятый, четвертый, второй. Пятый, четвертый, второй. Теперь все соединим. А тут играем просто открытую струну. Еще раз. Второй, четвертый, пятый, четвертый, второй, пятый, четвертый, второй. Открытая струна. Это у нас первая часть. Вторая же выглядит так. Перебор у нас в правой руке такой же 3-4. А влево мы сначала ставим, опять же, третью струну, но на девятом ладу. Играем ее два раза. Далее мы зажимаем третью струну на седьмом ладу. Играем ее четыре раза. То есть два раза. Четыре раза. Этот кусочек мы играем два раза. Далее мы опять возвращаемся на девятый лад. Затем ставим на седьмой лад. Пятый, четвертый, второй. Открытая струна. Еще раз. Девятый лад, седьмой, пятый, четвертый, второй. Открытая струна. Каждый, так скажем, лад мы играем два раза. То есть на девятом два раза, на седьмом два раза, на пятом два раза, на четвертом два раза, на втором два раза и открытую струну мы просто играем открытую струну. Как это все в деле? Вот и все, можешь поставить свой лайк, подписаться на канал, также нажми на этот колокольчик, чтобы тебе приходили оповещения. Сейчас новый дизайн YouTube, поэтому просто нажимай на колокольчик и все. Также пиши в комментариях, помогло ли тебе это видео в твоем начинании с укулеле. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!